have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, вот мы как бы и дождались, неделька прошла, нам не соврали. А почему написано V081, вот это вот я немножечко не понимаю, вроде как релизнулась игра, но она до сих пор не релизнутая. Ну короче, ладно, она появилась в продаже, я ее купил, теперь можно играть и выбирать города, собственно, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Лондон, Гудбай. Лучше 90... Погоди, а я уже... Мне зачислили этот результат, несмотря на то, что демку я стер. Лондон... Мне зачислены. То есть, вон, лучше 96 или что такое. Все остальные по нулям. Хорошо, тогда предлагаю пойти сейчас в Нью-Йорк. Раз у нас демка была лондонская, мы ее уже видели, мы уже смотрели, играли. Пойдем попробуем... Что нам скажет Нью-Йорк? Сыграем сегодня одну полосу на пробу. Cleared for takeoff. Runway 31. Cleared for takeoff. Runway 04. Vector to destination. Не-не-не-не-не, они не столкнулись. Вы что, этот уже взлетел, этот был на земле. Стоп, ребят. Не-н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 е. Это так не работает. Там кроме... Это же трехмерное пространство. Они же еще и по высоте должны расходиться. У меня красненький моргнул, значит он взлетел. Неправильно мы начали знакомство с Нью-Йорком. Runway 31, cleared for takeoff. Так не должно быть. Cleared for takeoff. Runway 31. Так не должно быть. Cleared to land. Runway 31. Vector to destination. Ну, потому что это какой-то бред, если по-честному. Cleared to land. А почему не сказал, на какую полосу? Ладно. Видимо, он только take-off говорит. Ну, хорошо. Пока что у нас все идет достаточно мирно. Розовые поменяли себе точку выхода из зоны. Оранжевый идет на взлет сейчас. Я думаю, мы все успеем. Vector to destination. Это, кстати, довольно резко разворачивается. Колесиком я ничего делать не могу. SW. Стрелочка. Ничего не могу сделать, к сожалению. Clear. Давай, пошел, 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 runway, чувак! Clear to land. Runway 31. Vector to destination. Пока разруливаем, посмотрим. Река Гудзон. Блин, кстати, точно. Кто помнит историю насчет чуда на Гудзоне, как чувак посадил... У него на взлете, блин, я забыл, как этого чела звали. Он капитана, опытный очень, он был уже практически на пенсии. У него на взлете в Нью-Йорке попали... голуби в движки, движки сдохли. Он оказался на очень-очень малой высоте посреди Нью-Йорка. Ему пришлось садиться сюда на Гудзон. Блин, история просто шикарнейшая. Cleared for takeoff. Успеваешь, чувак, успеваешь. Vector to destination. Чудо на Гудзоне. У нас как раз оранжевая точка вылет через Гудзон. Розовый. Не ту полосу, да ладно, уже поздно отменять. Он сейчас будет большой разворот делать. Нет, не надо. С другой стороны, говорю, как-то, по-моему, в демке они более туго разворачивались. Здесь они прям хорошо идут. Вот этого можно будет на эту же полосу. Следом за этим все нормально будет. East River. Все, сел? Давай, скорей.
cleared for takeoff. Так, выход воздушный. Хочу воздушное пространство расширить. Пожалуй, да, мне это немножечко понадобится. Vector to destination. Runway 13 cleared for takeoff. Vector to destination. Блин, по сути, эта игра, получается, ставит мне ограничение двухмерного пространства. Я понимаю, что как бы это не трехмерная игра, да, но я почему-то думаю, вот что это будет учитываться. Вот как раз те фишки, про которые я говорил, что будут какие-то вещи, которые будут бесить. Вот, и мы с этим ничего не сделаем. Ты как идешь? Ты как раз через синюю идешь. Ты, блин, красавчик просто. Иди сюда. Разойдетесь, потом я тебя направлю на точку. East River. S East. Желтый. Пошел. Cleared for takeoff. Это ты же успеешь завершить маневр? Посадочный, блин, давай. Vector to destination. Cleared to land. Да, они вроде расходятся, хорошо. Как в море корабли. Серьезно, напрашивается все больше и больше. Вот, ну, с такими темпами, мне кажется, что что-то связанное с морем было бы прям тема. Так, оранжевый. Подождем, наверное, пока чувак сядет, потом оранжевый просто запустим с этой полосы. Так выглядит, как натянутый, знаете, лук с тетивой. Чпауник! И потом запускаешь его. Пока что движ не особо, но я понимаю, что да, там оно дальше пойдет. Пока Vector что начинается всегда лайтовенько. Сюда идешь. Вообще сюда. Не-не-не-не-не, дружище. Сюда. Дай сначала этому чуваку приземлиться. Приземляющиеся у нас какие-то безымянные, безликие. Или может специально обезличенные. Дайте мне большую зону ожидания. Почему у меня зона ожидания такая маленькая? Clear for takeoff. Runway 31. Clear for takeoff. Runway 31. Так, красный. Надо будет тебя, наверное, немножечко вправо скинуть. Clear to land. Fly heading 360. Cleared for takeoff. Vector to destination. Хорошо, разрулили. Traffic, traffic. Какой трафик? Не-не-не, так, зону ожидания расширить. Уходи Fly с дороги. Это у тебя дуга широкая, дружище. А, музыка, кстати, здесь очень приятная. То есть, мне кажется, что вот этого немножечко не хватало, ну не то чтобы не хватало в метро, там это часть как раз этого вайба, что у тебя музыка состоит из посадок и высадок пассажиров, поэтому ну как бы тут жаловаться нечего. Ты же не будешь там трафик мне орать сейчас? Vector to destination. Clear to land. Будет. Fly heading 285. Clear to land. Садись на противоположку. Желтый еще успеет выйти. Здесь такую вайбовую музычку добавили прикольную, мне нравится. Vector to destination. У меня была зона ожидания на два самолета. Это как бы вообще ни о чем, если что. Runway 31 cleared for takeoff. Сверху на 2 километра подходит. Мне нужно будет его как-то сюда направить, чтобы красный вышел в зону вылета. Хорошо. Заходи сверху. Синий. Успеем. Cleared for takeoff. Ну что на самом деле, что самолет, он же в реальной жизни тоже очень быстро взлетает. Вот вся эта рулежка, стояние в очереди, это занимает время, а сам-то взлет, он же cleared for takeoff. Очень быстрый. Clear to land. Заходи с этой полосы, успеешь. Vector to destination. Вроде все разминаются, этот уйдет на синий, этот сядет. Все пока работает как надо. Блин, зеленого надо будет запустить.
Чем-то мне немножечко музыка напоминает, ну, фоновая, вот, Jetson Guns, если вы помните. Правда, ну, там металл, но там есть некие такие человые треки, они напоминают немножечко здесь, как оно звучит. Clear to land. Красный поменял место назначения, так, зеленый. Clear for takeoff. Пошел! Runway 3-1. Итак, этот заходит уже на посадку, но чувак справа у нас, он достаточно далеко. Я думаю, что... Runway 04, cleared for takeoff. Зона ожидания, пожалуйста. Пошел, 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 синий пошел, давай, пожалуйста, дружище. Vector to destination. Runway 22, cleared to land. Блин, на самом деле нет, подожди немножко в ожидании. Cleared for takeoff, runway 22. 22. Жалко, они захватывают столько после взлета. Я бы хотел его держать с самого... Ну, еще пока он на земле и давать ему назначение. Но я не могу давать ему назначение только когда он уже взлетел. В принципе, да, логично, я понимаю. Cleared for takeoff. Так, у тебя... Угла-то хватит. Сейчас проверим. Взлетел. Хватит угла, отлично. Давай сразу на destination и выходим, и все. Оранжевый поменял destination. Ну хорошо, в принципе, мы сейчас тогда будем его запускать с этой стороны. Runway 31, cleared for takeoff. Будут ли тут случаи того, что чувак не смог сесть, не смог взлететь, типа, знаешь, задавая такие задержки на полосе? Fly heading 105. Runway 13, cleared to land. Красный пошел нафиг. Cleared for takeoff. Runway 04. Я не помню, я смотрел, там нужно было то ли 45. Надо будет посмотреть вообще, по какому принципу здесь открываются следующие города. Почти поймали меня, я хотел уже красного запускать. По какому принципу открывают следующие города? Сколько самолетов там надо? А, это можно двигать. Ха-ха-ха, круто. Cleared for takeoff. Runway 04. Runway 22. Clear to land. Обходи с этой стороны. Cleared for takeoff. И будет тебе счастье, никакого трафика ты не заденешь. Vector to destination. Четвертый день, получается, три бонуса я получил. Дважды расширил зону ожидания. Один раз общую карту расширил. Хорошо, в принципе. Cleared to land. Заходи. Давай вот так, накинешь кружочек через лево, тебе хватит, потому что навстречу лететь такое себе. Vector to destination. Мне кажется, трафик будет, да? Fly так, heading 285. Победить Нью-Йоркскую карту, вылезла ачивочка, воздушное пространство. Я пока не хочу пользоваться вот этими путевыми точками и точками взлета. Да я не знаю, что сегодня такое, надо попить немножечко, вообще трындец. Кофеечка всегда помогает, кстати, ребят. Чё, я взял зачем? Я хотел просто посмотреть, нажать, ладно. Если точка взлета расположена в определенном направлении взлета над посадочной полосой, самолет после взлета немедленно полетит к этой точке. Судно сначала полетит к путевой точке, а затем полетит к направляющей стрелке. Зажмите, чтобы сменить положение. Точки взлета может перемещать. Понял, спасибо. А я не хочу ее еще... давай сюда. А, да? Я не знаю, мне это кажется немножечко сомнительной штукой. Но посмотрим, как оно будет работать.
Vector to waypoint. Вот, видите, он сразу берет вектор на waypoint от той полосы, если он взлетает. Cleared for takeoff. Это если нам нужно срочно выводить... Mayday, 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 this is Cactus 1539. Чёрт! Birds, we lost thrust in both engines, we're turning back towards LaGuardia. Вот то, что я и говорил. Не поворачивают, типа, в сторону LaGuardia, если получится повернуть в сторону LaGuardia, так я понимаю? 265. Watch boundary, watch boundary. Блин. Вот упустил этого оленя. Блин, нет. Нет, я же их это была как раз отсылка на приземление в Гудзоне. Нет, блин, вот откуда ты там взял? Вот эта точка меня погубила, короче. Нет, я хочу заново, и я хочу как раз про вот эту историю с Гудзоном. На взлете два двигателя отказали. Давайте переиграем. Ну, я как бы в дальнейшем не собираюсь это делать, я не хочу переигрывать и всякое такое. Мне это кажется немножечко неправильным, но вот этот момент... Мне кажется, он немножечко заслуживает внимания. Давайте, может быть, чуть-чуть перемотаем поскорее. Fly heading 085. Чтобы вам не было так скучно смотреть. Cannot comply. Angle too steep. Unable. Angle too steep. Fly heading 110. Так, красный на взлет. Rejecting takeoff. Traffic on the runway. Пошел, rejecting takeoff. Traffic, traffic. Vector to destination. Clear to land. Runway tree one. Пошел. Clear for takeoff. Clear Пошел. For takeoff. Runway tree one. Vector to destination. Vector to destination. Нет, это... Cannot comply. Watch boundary. Watch boundary. Cannot comply. Angle too steep. Clear to land. Traffic. Clear to land. Давай. Runway 22. Cleared for takeoff. Runway 13. На 2X, кстати, достаточно сложно играть. Cleared to land. Так, воздушное пространство. Зеленый пошел. Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Vector to destination. Rejecting takeoff. Traffic on the runway. Runway 04. Cleared to land. Cleared for takeoff. Runway 13. Vector to destination. Vector to destination. Как там было, кстати, 40 чем-то, это человек нам надо было разъехать. Clear to takeoff. Runway tree one. Clear to land. Runway tree one. Clear for takeoff. Runway 04. Постараемся сейчас их быстренько раскидать. Я очень хочу... Я надеюсь, что эта ссылочка повторится, что она не единоразовая, потому что я пока увлекся, я ее провтыкал, и это было очень печально. Vector to destination. Runway 04, cleared to land. Runway 04, cleared for takeoff. Пока что идет достаточно шустренько. Vector to destination. Runway 22, cleared to land. Не надо, сядь сначала, ну его нафиг. Cleared for takeoff. А зона ожидания, пожалуйста, больше. Runway 13 cleared for takeoff. Vector to destination. Runway 04 cleared to land. Сейчас мы этого посадим. Runway 13 cleared for takeoff. Успеешь? Vector to destination. Cleared for takeoff. Cleared to land. 26, хорошо. Vector to destination. Cleared for takeoff.
Fly heading 185. Vector to destination. Вы же расходитесь? Clear to land. Супер. Runway 22. Fly Нет. heading 110. Cleared for takeoff. Runway 04. Сейчас я этих двух орлов запущу. Cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. Vector to destination. Cleared to land. Runway 31. Cleared for takeoff. Runway 04. Надо будет научиться пользоваться этими точками задержки и все, что нам предлагают, но по-нормальному. Runway 33 человека. Vector to destination. Runway 04, cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway 04. Cleared to land. Runway 31. Vector to destination. Fly heading 070. Cleared to land. Vector to destination. Fly heading 180. Watch boundary, watch boundary. Cleared for takeoff. Fly heading 145. Vector to destination. Cleared to land. Runway 04. Cleared to land. Cleared for takeoff. Да, больше зоны ожидания. Traffic. Vector to destination. Не-не-не, никакого трафика, все пучком. Clear to land. Runway 31. Cleared for takeoff. Mayday, mayday, mayday. Вот он. This is Cactus 1539. Hit birds, we lost thrust in both engines. We're turning back towards LaGuardia. Fly heading 070. Vector to destination. Вот это... We got both of our engines rolling back. We may end up in the Hudson. Clear to land. Runway 31. This is Cactus 1539. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, ignore last one. We are too low at this point. Can't do it. Fly heading 095. We're gonna be in the Hudson. Fly heading 160. Трындец просто. Вот, чудо на Гудзоне. Да, кстати, 15 января 2009 года самолет Airbus такой-то выполнял рейс такой-то авиакомпании US Airways. Время набора высоты столкнулся с канадскими гусями, что привело к одновременному отключению обоих двигателей. Когда самолет полностью потерял мощность, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на поверхность реки Гудзон. Под спокойным и мужным командованием капитана Чесли Саленбергера. Вот он, Саленбергер, Салли, да. Самолет благополучно приземлился в водах западного центра Манхэттена всего через 6 минут после взлета, в результате чего все 155 человек, находившиеся на борту, выжили. Это событие получило название «Чудо на Гудзоне». Я рад, что мы до этого дошли. Сейчас попробуем разгрести то дерьмище, которое... Так, вот, Miracle on Gudzone. Ачивочка приехала. Watch Boundary. Fly heading 195. Clear to land. Runway 31. Мне еще и самолеты запускать с этого всего трындец. Fly heading 325. Traffic. Clear to land. Runway 31. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway 22. Cleared to land. Runway 31. Watch boundary. Vector to destination. Fly heading 180. Runway 22. Clear to land. Fly heading 300. Watch boundary. Watch boundary. Fly heading 170. Fly heading 130. Fly heading 085. Мне как-то садить надо. Clear to land. Traffic.
We are unable. Angle too steep. Fly heading 090. Fly heading 140. Traffic. Traffic. А, у меня переполнился этот, мне еще и нужно было... Ладно, 58. Это было сложно, потому что их вдруг запускали до хренища, и у меня еще и снизу, мне их нужно было, чтобы они еще и взлетали. А, итак, 50. Кстати, тут добавили вот такие вот значочки. 50, 100... 50. Неплохо, неплохо, неплохо. Получили две ачивочки. Меню. Пойдем посмотрим насчет играть. Что нам нужно, чтобы... Шанхай управляйте... Так, а тут что нужно? Тройной международный аэропорт. А я не знаю, что мне нужно, чтобы меня туда пустили. Ну, хорошо, ладно. Пока что у нас еще есть Шанхай и Дели. Я думаю, что нам этого хватит до следующего раза. Надо будет немножечко разобраться, как... Может, тут где-то написано... Нет, мой ранг глобальный... Ага, 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 58. Ясно. По Нью-Йорку ранг. По Лондону. По Лондону нету. То есть написано лучший, но... Лучший результат написан, потому что мы в демке проходили. Но оно у нас не засчитано как пройденное. Я не знаю, стоит ли нам еще раз в него играть, потому что, ну, как будто... Вроде уже играли. Ладно, посмотрим. Пока что, думаю, будем заканчивать. Пишите, что думаете, что добавить, что убавить. Я бы с удовольствием обсудил бы с вами такие вещи. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.